Всем привет, друзья! Меня зовут Векшита, и сегодня будет действительно необычный выпуск. А необычным получился тем, что мы снимали его 5 лет. И это никакой не кликбейт. Друзья, сейчас снимать видео нашего формата становится действительно сложно, и мы нуждаемся в вашей поддержке. Поэтому все просто. С вас подписка, а с нас контент. Ну а сейчас, друзья, всем приятного просмотра, приятного аппетита, а мы погнали работать. Что такое любовь-то все-таки, Вась? Друзья, всем привет, меня зовут Дима Векшин. Существует много философских вопросов, но наиболее интересным для меня, что такое любовь. 5 лет назад я спросил об этом у людей города Екатеринбурга. Что такое любовь? Спасибо. Сегодня мы повторим наш эксперимент и спросим, что такое любовь в самых необычных и интересных местах города Екатеринбурга. Погнали! Что такое любовь? Когда тебе просто комфортно и ты счастлив. Ну, типа привязанность. Не знаю. Когда сильно привязан к человеку и хочешь его защищать. Пожалуй, так. Не, сейчас не то состояние. Ну, в зависимости от контекста, наверное. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Василий. Василий, что такое любовь? Любовь, да, мне кажется, то, что совокупность двух существ. И мне кажется... Я не знаю, я не могу, я дурня. Не знаю. Это имя существительное. Женский род, а третий склонний. Не знаю. Любовь — это любовь. Любовь — это взаимодоверие, я считаю. И всё. Ничего больше. Вот ты такой, типа, ждешь. Вот вы на расстоянии находитесь, получается. Ты едешь в другой город, специально ждешь этот момент. Фигня. Я согласна. Когда ты его принимаешь таким, какой есть, все его недостатки и все такое. Не знаю. Love. What is it? Love. It is when I trust. Любовь — это белое пушистое облако, а я такой розовый зайчик с бантиками, пушистенькая, сижу на нем и получаю сливки, кофе и шоколадки. Когда просыпаешься, и котик бурчит. Это забота прежде всего. Да. Любви нет. Ну, любовь — это, наверное, взаимопонимание в первую очередь. И поддержка друг друга, все. Это животные инстинкты. У человека, который появляется при виде противоположного пола, который ему нравится. У тебя есть любовь? Было, да, но сейчас-то нету. Что такое любовь-то все-таки, Вась? Поддержка, дружба, работа над отношениями. Любовь, сердце. Я не верю в любовь. Почему? Из опыта своего просто не верю. Уже встречался с любовью, испытал это на себе. И все, с этого момента просто не верю в нее. Любовь — понятие очень многогранное. Во-первых, надо любить себя, любить все, что на свете. Ту родину. Ту, что еще сказать. Ну, любовь к женщине — это особая статья. А сейчас вы любите? Да. Давайте. Любовь... Что такое любовь? Ну, что-то теплое, светлое, не знаю. Во-первых, это, наверное, химия взаимная. Во-вторых, это взаимное доверие. И в-третьих, это взаимные компромиссы, да. Вы любите друг друга? Конечно. Ну, конечно, видите, мы все время вместе ходим. Любовь — это вопрос тяжелый сейчас, нахуй. Не, я не знаю, пацаны. Когда любовь — это когда, я не знаю, ну, допустим, от обратного если идти, когда вот ты любишь человека и понимаешь, что у вас там что-то ничего прям как бы на сердце тяжело, допустим,
дышать трудно, я не знаю, что-нибудь такое. Ну, любовь — это чудо, не знаю, как-нибудь так сказать. Ой, голова просто не соображает. You know, from this different perspective, love could be chemicals in our brains. Love could be cognitive. Это дети, точно. У меня любовь, ничего, у меня чужда, то что освобождение от этого мира. Не знаю. Спокойной ночи. Ну, для меня любовь — это когда ты хочешь, чтобы человек был, человек, которого ты любишь, был счастлив в любом случае, и с тобой, и без тебя. Ты счастлива? Да. Скажите, пожалуйста, важный вопрос. Что такое любовь? Любовь мужчины к женщине. Мужчине к мужчине, понятно? Без меня, пожалуйста. Это химия. Отвечай. Ее нет. Любви. Я не хочу отвечать. Любовь — это жизнь. Life, жизнь, любовь. Что такое любовь? Любовь — это... Надо любить. Это... Ну... Как? Надо? Да. Дерьмо. Ну, love, life, чем какая разница, мне пофиг. Мир, труд. Май. Жвачка. Стимурал. Не знаю. Любовь. Чувство между двумя людьми. Это самая высшая форма, как бы, чувства отношений между друг другом. Я стеснительная. Не знаю. Жвачка. Любовь — это хорошо. Это когда друг друга любят. Любовь — это все. Это все, что у нас есть, конечно. Любовь — это большая ответственность. Ответственность за своих детей, за свою жизнь, за жизнь дорогого человека. Это большая ответственность. Если, то есть, взялся, не то что любить, а отвечать. Отвечай. Особые взаимоотношения между людьми. У тебя она есть? Нет. Будет. Правда-то все равно одна. Правда одна. Правда одна. Я протестую. Я протестую. Это мой протест. То, что вот я себя вот так вот иду, это мой протест. А протест кому, Вась? Протест. Единая Россия. Это что-то такое из жизни волков. Это, скорее всего, взаимопонимание двух сердец. Любовь — это одна из крупнейших жизненных привязанностей. И это не важно. Это к женщине любовь, к дереву, или к земле, или к знакам. А самое главное, это любовь к родине. То есть там, где вы едите, пьете, где вас хоть немножко навоспитывают. Знаете, очень тяжело так, наверное, сказать в двух словах или в приложении. Это, блин, ну не знаю, это какое-то чувство, которое, ну в принципе, наверное, невозможно описать чем-то словами. Поцелуй. Здравствуйте. Что по вашему мнению любовь? Что такое любовь? Во-первых, это нужно доверять друг другу. Затем обязательно, конечно, любить. Вот от слова и любовь, наверное. Вообще это весна, это искренность. Чтобы было все замечательно. Друзья, ну а на этом видео подходит к концу. И мне очень интересны ваши ответы на этот вопрос, который мы задавали в видео. Пишите свои варианты в комментариях, а самый интересный и самый креативный получит от меня 1000 рублей. Друзья, а меня зовут Векшита. С вами было очень приятно, и всем пока.